А? Вилочный погрузчик? А ну-кась. Он без колес и без вил даже. Брейкдансер, что ли? Да хрена. Вы видели, какой он пируэт сделал? А ты умеешь так, придурок? Спокойно, только не сбейте меня на этих гребных грузовиках, а то я сразу стану трупом. И потеряю еще два ксаря бабла. Не хотелось бы. Наконец-то я оружие доставляю днем. В кои-то веки. Куда? Нифига себе. А, плевать, все равно все по прямой. Валим. Только не по дороге. Да хорош уже на этой кочке-то. Хренотень всякую мутить. У меня времени не так уж и много. Но, слава богу, хоть эта фигня ломается. А вот эта фигня не ломается. Давай быстрее едь! Идрить! Как же этот багги колбасит, это пипец. Сейчас, небось, опять кто-нибудь сядет мне на хвост и... будет веселье. Да не могли скинуть мне сразу же в кабину? Да ты... Кто тупой, а? Скотина. Откуда стреляли-то? Ага. Живую вам меня не взять, сволочи! Я же почти труп. Как так можно себя вести? Где там эти козлы? Ах, вот тварь, а. Ведь попадают еще. Что за убойность просто? Ну, конечно, копс. Конечно, копс. Куда ж без копс? Ядрить! Эээ.
Давай только не застревать, а. А то это ваше любимое занятие, застревать. Ладно, поехали. Потом разберемся. А то по дороге еще подцеплю копов. Это будет продолжаться бесконечно. Спокойно, только не переворачиваться, хотя. Как будто это страшно. Здесь любую тачку можно перевернуть обратно, даже не вылезая из нее. Только не в бетонку, а. Опять 25. Да скотина. Как раз вовремя. Именно оторвался. Да вы запарили со своими ментами, блин. Реально запарили. Ну, здесь-то меня, наверное, не найдут. Я надеюсь. Что-то не так с этой тряпкой, которая играет роль крыши. Хотя надо быть готовым к тому, чтобы валить срочно. Ну быстрее. Ну быстрее, у меня же фары того немножечко. Они немножко поплыли. От такого частого розыска каждые 5 секунд буквально под розыск попадаю. И 5 минут надо стоять и страдать херней, пока этот розыск не спадет. Только не на аэродром, сволочи, только не на аэродром. Только не на аэродром. Ну, ребят, ну не надо, а. Ну, пожалуйста, спасибо. Микро-ПП. ПП. Так, а здесь что? Да, без прицела здесь побомбардируешь ковровым методом. Конечно. Взял и отбомбардировал прям. По самую задницу. У меня 4 бомбы, какие нахер ковровые бомбардировки, и чё? Ополоумели там все, что ли? Ядрить! Это, оказывается, по одной. Так, ладно. Упс,
Это не по мне, я надеюсь. Это я промазал, что ли? Твою мать. Упс, движки вырубил. Я даже не увидел, куда я стрелял. Ладно. Может быть, просто покидать гранаты, как в Первую мировую, из самолета, а? Так, самолеты я вижу. С самолетами проблем нет. С их заметностью, я имею в виду. А здесь-то что? Тоже самолет. Но их было не видно. Ну все, этот гребаный закат. Never had to work so hard for a monopoly in my life. Son ratos, hermano. They're always multiplying. What? You ever get the feeling we might be understaffed? Me, you, and an antique airplane. That's called efficiency, Trevor. That's called something, man. Оп. Давай, давай, погнали. Да не под моим окном гонять. Я говорю, погнали в этот, в ангар. Не, опять ни хрена заточный сброс не дали, скоты. Все, я все прошел. Судя по ачивке, которую мне только что дали. Ну, в плане аэродрома я все прошел. А чё мне будет с этого? Эй. Мне какой-нибудь бонус полагается? Я, по-моему, даже покупку этого грёбаного аэродрома не окупил. Вот будет весело. Погнали опять к этим чувакам, которые там борются за границу, за ее ненарушение. У меня хотя бы теперь парашют есть. Я надеюсь, Тревору он тоже достанется парашют, потому что... А за кого я выполнял-то эти миссии? И какие миссии я выполнял, я не помню. Я реально не помню, какие миссии я выполнял. Черт. Ладно. Неважно. Давай, давай, давай. Он, по-моему, сейчас заглохнет чертям собачьим, и я рухну. Ну давай, он не летит. Он просто-напросто не летит. У него же, по-моему, движки дымят. Слышишь, это нехорошо. Эй, вы что дымитесь-то? Раньше не дымились. Я еще чуть-чуть штопор не свалился. Замечательно просто.